Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в такой мини-гейм, как Quick Bad Wars на сервере GOMHD. И из TeamSpeak я решил позвать своих подписчиков с собой на игру. И попали ко мне на серию сегодня Терп, Сухарик и Спиноман. Также еще другие ребята пытались зайти на сервак, но их, к сожалению, кикнули VIP и премиумы, которые, знаете, заходят постоянно вообще. Тут даже на GOMHD, если ты, короче, премиум, да, то ты можешь кикнуть других игроков. Так, раз, три, четыре. Кирочку надо купить. Там какие-то агрессивные пацаны уже на центре забрали, куда-то идут. Желтые прям жесткие пацаны. Так, ну а мы еще даже до центра не достроились. Это плохо. Я бы, например, таймер бы взял, чтобы прокачать наши часы. И золотишко заодно. Оп, часики, золото и возвращаюсь обратно. Три часика забрал, нормально. Это плюс 30 секунд нашей кровати. И к ней нужно еще достроиться, простроиться, все у нас где-то. А 4 золота, это можно купить себе вроде меч получше. А нет, только за 5 продается, я же всем забыл. Так, окей. Куплю сейчас несколько мечей, скину союзникам. Так, так. Терп, давай золото, ну, возьми меч, Терп, возьми меч, я скинул тебе меч уже. Так, сейчас куплю мечила себе сразу же за пятерочку. Опа, отлично. Нам бы здесь-нибудь сундучок не помешал, поставить сундук, чтобы, грубо говоря, скидывать туда ресурсы различные, а вот за железо. Поставь сундук, чувак. Я пока куплю блоков, простроюсь к нашим часам, чтобы все было окей. Сундук, срочно сундук поставь здесь. Вот, отлично, скидываю туда мечи, скидываю туда половину ресурсов. Так, и золото тоже туда скинул. Можете пользоваться, ребят, можете пользоваться. Так, все, я строюсь к нашей кровати, которую надо бы еще и застроить от недоброжелателя, естественно. Так, и сразу же продлю ей время. Ребят, тащите часы на базу и продляйте время нашей кровати. Я продлил немножечко, ведь у нас самая продленная кровать сейчас. Так, вы можете часы в сундук скидывать, потом будем просто продлять. Так, окей. Так, хавку еще себе куплю. Хорошо, теперь можно идти рашить. Рашить наших пацанчиков-противников. Но, а для начала я еще думаю сделать вот такую вот фигню. Для того, чтобы быстро бегать. Кстати, хорошая тема. Не знаю, почему многие не делают. Так, вот хоп, здесь бустер поставить один. И вот тут вот один бустер поставить. Отлично. Теперь у нас есть два бустера. Мы можем бегать туда-сюда с очень большой скоростью. Так, железо. Я, в принципе... О, у меня нифига брони-то нет, оказывается. Надо бы себе купить броню какую-то. Вот. Вот так вот. Раз, два, три. И железный нагрудник. Вот так вот. Хоп. За троечку куплю себе нагрудничек. Даже два. Один скину в сундук для кого-нибудь. Хоп. Отлично. Все. Это наскидывал все сюда. Так, ну что ж, ребят, что там делают враги? Строится к нам поверху один пацанчик, пытается нас по фасту, видимо, снести. Сейчас я к нему сделаю лесенку. Надеюсь, успею, потому что я делаю не просто столб вверх, чтобы если он нас скинул, мы могли как-то к нему простроиться. Ну, вот, вернее, не простроиться, а как-то не... О, он просто бежит ломать кровать. А, сейчас снесет. Отойдите, ребят, эти блоки-то поставлю. Он сейчас снесет, он сейчас реально... О, Сухарик его добил, Сухарик красавчик, вообще молодец, Сухарик. Окей, еще желтые бегут, блин, желтые какие-то агрессивные, прям реально бегут нас сливать жестко, но мы их слили. Я пока с мечом на базе, у нас сколько там часов еще, 3 часика есть, пойду продлю кровать, потому что нужно продлить, нужно продленочку-то жахнуть в кроватку нашу, ребятки. Так, 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 и продляю, и закрываю за собой это дело. Так, 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 закрыл, хорошо, закрыл нашу кровать по максимуму. Так, где там пациенты наши? На центре все еще кто-то лутается. Наши ребята вроде оделись, даже в шмотки какие-то. Ой, чуть в лаву не упал. Жесть, что-то я протупил. Такой смотрю, лава, о, надо упасть. Куча железа лежит, тоже пойду скину сундук. Демастер что-то. Меня, видимо, узнали. Видите, подписчики, видимо, зашли с TeamSpeak. Мам, я в Ютубе. Я говорю, видите, с TeamSpeak зашли подписчики. Услышали, что я иду снимать, так и сразу же пошли меня искать. Вот видите, ребята, если вы будете в TeamSpeak, вы даже сможете случайно попасть на серию, поиграть против нас совершенно случайно. Офигеть. Так, окей. Теперь можно уже идти рашить пацанчиков, я думаю. Так, на центре здесь парень с палкой. Но его быстро убиваем. Здесь еще один желтый. Нет, он сюда не пойдет. Нужно больше сразу же себе золото, чтобы купить, наверное, алмазный меч. Я думаю, там сверху синий куда-то бегут. И сверху тоже пацаны стоят. Один упал. Сейчас оттолкнет меня палкой. О, жесть. Дохни, все, он сдох. Отлично. Фух, я уж на секунду подумал, что сейчас меня отправят, ребят, в могилу просто. Прямо сейчас. Скинут меня с высокой башни и все. О, это что, зога, что ли? Так, зеленых, синих тем временем снесли. К нам бежит красный, а красный это свой. И нашу бы кровать нужно продлить, ребята. А то у нашей кровати осталось всего минута 40. И вот видите, зеленые тоже себе кровать продляли. Поэтому у них кровать тоже живет долго. Нельзя давать им лутать центр. Нужно самим лутать. Так, где у нас часики? У нас часиков-то почти нет. Так, я скидываю ресурсы все в сундук. Золото тоже скину.
Так, желтая кровать тем временем тоже сломалась. Зеленым сейчас не нужно давать залутать часики. Если не залутают, они смогут продлить свою чертову кровать. А нам это вообще не выгодно. Я продлил нашу кровать немножечко. Часы скидывайте в сундук, я буду сам ходить продлевать. Так, думаю, удобнее, чем каждый раз кто-то будет открывать кровать и продлять ее. Так, 24 секунды у них осталось. Нужно пойти помешать им забрать часы этим зеленым. Вот он уже бежит за часами 100%, но я ему не дам их взять. Просто нужно забрать их. Осталось всего лишь 15 секунд зеленой кровати. Если они сейчас часы не принесут, то у них больше не будет этой кровати. И мы выиграем, ребятки. Мы сейчас точно уже должны побеждать. Ведь у каждого человека, который здесь... Спинман, ты что без шмота бегаешь? Иди возьми какой-нибудь шмот хотя бы. Так, там какой-то зеленый строится, что ли, к нам или что? Ну, зеленый, все, 2 секунды, 1-0. Все, кровати нет. И теперь все эти пацанчики без кровати. Пойду вот в ту сторону, сейчас сломаю кровати там пацанов. У нас еще 1.5 минуты, в принципе, можно жить. Надеюсь, мои союзники задефают. Говорят, дефайте, пожалуйста, кровать тоже. Так, это чья? Желтая кровать. Желтые вообще живы? 2 желтых где-то живы, но их на базе, видимо, точно нет. Так, там к нашей базе кто-то строится. Как раз таки один желтый, но на базу стоит. Ребята, он уже спрыгивает на нашу базу. Сейчас на газ спрыгнет. Боже мой, сверху спрыгивает на газ. То уже, ребятки, вы что не видите, что ли? Так, быстрее бегу к этому желтому спину. Надеюсь, я успею. Хотя времени очень мало. Все, он спрыгнул к нашему газу. И... сейчас я, наверное, услышу взрыв в нашей кровати. Знаете, такой бух. А нет, он еще не спрыгнул. Он не знает, что я сзади. Он не знает, что я иду. И я тут бах! Спартую на него! Здорово, парень! Пока! Все, изи слив. Вообще, надо было построиться бы на крышу нашего газа, чтобы можно было туда подниматься. Думаю, так, я, ребята, сейчас золото и часы скину. Нет, я, наверное, сам спрыгну и еще возьму себе алмазный меч. Золото, которое я скинул. Ага, понятно, вот ты его себе купил. Ну, спинуман, дай мне алмазный меч. Давай махнемся, все равно на базе стоишь. Ты вот железный, там, а ты мне алмазный. Так, скидываю золото, часы и железо в сундук. Хотя за железо, наверное, себе куплю еще зелье скоро. А, здесь же нет зелий, точно. Это же спит был. Ох, я совсем забыл, что здесь зелек-то нет, ребятки. Вот это... А, нет, есть зельки, только за что они там? Зелье лечения за золото, офигеть, дорого. Новую кровать можно за 64 рубля. У нас осталось 35 секунд, ребят, нужно продлить кровать. Продлить кровать, иди, сухарик, продли кровать по-быстреньку. Ну, купи ты хотя бы кирку, что задевало, что ты рукой ломать будешь, там еще такой слой я построил. Ты не успеешь просто, сухарик, да, я посломаю. Да иди, сухарик я сломаю. О, еба. Все, да, продляй кровать. Так, и вот на блоков закроют же с собой вход. Здесь скинул. Так, отлично. У него житель сломан, понятно. Не пофиксил жителя, ребят. Вот вы знаете, если у вас житель сломан, то нужно поменять вроде... Я не помню, что нужно сделать. Вроде нужно язык в игре поменять на английский. Там у Евгехи был ролик, как это сделать. Можете у Евгехи посмотреть, как поменять жителя. Но, блин, сухарика взял, он у него житель сломан. Офигеть. Эх, не починился. Так, остались только синие. Да, остались синие. Они вон там на базе все сидят. Ну все, жопа вам синие, пацаны. Я уже прям чувствую, как ваши кишки разрывают. О, нифига, нашу тайм прод... Ну, кровать уже так сильно продлять не нужно, наверное, в то время, когда мы уже почти убедили. Так, там осталась парочка буквально человек, и мы идем, идем, идем. Так, один вообще ФКшит, проснулся резко, девочка. Так, отлично, минус один и минус, минус два от меня, ребятки. О, да. Победа. Победа, мы, ребята, из Синспика затащили. Вот такая вот у нас небольшая серия Quick Bedwars. Но, в принципе, так и должно быть, ведь это Quick Bedwars, он сам по себе быстрый. И мы его записали, ГГ надо написать. Но здесь, правда, на этом сервере ничего не дают за ГГ. И причем прискорбно, что ничего не дают. Блин, ГГ, это же типа Good Game, все дела. Вот. Ну ладно, ребятки, мы на этом с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите больше таких серий, как бы увидеть, да. Вот, если хотите то, чтобы Quick Bedwars чаще выходил, то ставьте лайки и пишите хэштег под видео. Хочу больше Quick Bedwars, и Quick Bedwars будет на канале намного больше. Ну а с вами был Демастер. Всем удачи и всем пока-пока.